У нас с вами еще где-то 40 минут. Пока мы начнем, мы послушаем, что нам скажет режиссер. Как только он скажет «можно», мы сразу возьмем, сыграем заставку, и выйдут ведущие. Это Миша и Таня. Дело в том, что если у режиссера нет связи, он нам никогда не скажет, что мы можем начинать. Поэтому мы с вами будем петь этот блюз минут 40. Потом гости выйдут и убьют меня. Но у нас есть еще время. Оно теряется и уходит, как песок. Можем начинать, а мы, собственно, уже начали. Ко мне специально подошел вот этот человек перед началом. Он говорит, можно на секундочку ваш микрофон? Он звукорежиссер. Ага. Его зовут... Листик. Листик. Он косит от армии у нас третий год в передаче. Поэтому... И похоже, это его последняя программа. Поэтому он не выносит микрофон из цвета хаки. Сегодня поэтому... выбираем войска, в которые пойдет Листик. На самом деле, Михаил, конечно, сказал интересную очень гипотезу, что у него не работает микрофон. На самом деле, он просто специально говорил не в голос. Вы очень слабо поприветствовали Михаила. Давайте сделаем еще один выход такой, чтобы это было действительно по-настоящему. Михаил, сейчас вас сдует просто со сцены. Приготовьтесь. Это должна быть правда истерика. Мы так гляди того и научимся играть блюз. Толя, скажи что-нибудь. Мы все можем. Ритм. Сан, 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 сан. One, two, two, two. One, two, three. Дамы и господа, ведущий супер-пупер-мега-шоу Михаил Шац и Татьяна Лазарева! Как вы заметили, они сегодня в костюме невидимок. Нервы не выдерживают, или что? Мне сказал... Антон сказал, что включили микрофон, или что? Кто мне сказал, чувак из динамика сказал, можно. Какой чувак? Мне как сказали, он выглядит? Можно. Как Владимир Владимирович Познер? Мне сказали, можно. Нет? Может быть, у них там что-то можно в этой, в гримерке, в смысле, в режиссерской, я же не знаю. Он говорит, можно. Блин, делаешь как надо, тебе все не нравится? Сколько можно, уже не знаю я. В самом деле. Ну я жду команды, можно начинать! Андрей. Все. Не знаю, мой работает. Да. Все, мы готовы. Приготовились! Миш, ты себя слышишь? Я тебя слышу сейчас. А я тебя слышу.
Ну серьезно говорю, слышишь себя? Миша? Саш, ну откуда я знаю, слышу я себя или нет? Хорошо, я тебя прекрасно слышу. Поехали. Ритм все тот же, как ни странно. Раз, два, три, четыре. One, two, yeah!